Этой ночью с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз» со спутниками на борту. На расчетные орбиты выведено 36 аппаратов в рамках контракта с британской компанией, которая обеспечивает стабильность высокоскоростного интернета. На протяжении 4 часов в несколько этапов они отделялись от разгонного блока «Фрегат». Его несгораемые части затопят в Тихом океане. Ну а спутники заказчик уже взял под свое управление. Сегодня с космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз» с британскими спутниками связи на борту. В общей сложности 36 аппаратов. Пуск прошел штатно. Его посвятили 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В назначенное время, как сообщается, разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты, а затем начал выводить все спутники в расчетные точки по группам в 9 заходов. На всю операцию, начиная от старта, было запланировано менее 4 часов. К настоящему времени миссия по доставке спутников на орбиту успешно завершилась, сообщили в Роскосмосе.